В 2010 году, в преддверии Нового года, торгово-строительный холдинг «Домстрой» сделал подарок всем курганцам. Свои двери открыла ледовая арена «Юность». Сегодня это излюбленное место, времяпрепровождение жителей и гостей города. Несмотря на то, что компания «Домстрой» до этого не возводила спортивные объекты, ледовая арена «Юность» была построена в рекордно короткие сроки – всего за 10 месяцев. Ледовая арена «Юность», наверное, стала в какой-то степени экзаменом для нашей компании, которые, я считаю, мы успешно сдали. И тем самым, пройдя этот экзамен, пройдя это строительство, мне кажется, мы доказали людям, что наша компания может строить такие объекты.